Здравствуйте, я Александр Эвскляр. На телеканале «Культура» программа «Научный стендап». Мы продолжаем осенний сезон. Каждую неделю у нас встреча с тремя молодыми учеными, которые расскажут нам о своих исследованиях. Главное правило – сделать это понятно и не скучно. Приглашаю всех за мной. Приветствую вас! Сегодня у нас нанотехнологии, химия и исследования в области искусства. Уважаемые зрители, от вас мы ждем вопросы к нашим участникам. А в финале программы мы просим оценить выступление всех наших трех претендентов. От вашего выбора будет зависеть, кто станет победителем и сегодня вечером, и, соответственно, будет претендовать на звание абсолютного чемпиона осеннего сезона научного стендапа. А сейчас я хочу представить вам нашего эксперта, главного ученого группы «Роснано» и члена правления фонда инфраструктурных и образовательных программ профессора Сергея Калюшного. Спасибо, Александр. Я приветствую всех участников третьего тура осеннего сезона научного стендапа. И желаю всем ярких и остроумных выступлений. Сергей Владимирович, в конце программы я попрошу вас подвести итоги зрительского голосования. Итак, уважаемые друзья, мы начинаем. Наш первый участник сегодня добывает железо. Но он не шахтер, он строитель. Его страсть – нанотехнологии. И одну из таких технологий он придумал сам. Как это связано с криптовалютами, узнаем прямо сейчас. Встречайте, Лев Максимов, аспирант Тюменского индустриального университета. Прошу. Меня зовут Лев Максимов, мне 25 лет, я учусь в аспирантуре и работаю в Тюменском индустриальном университете. Я из инженерной династии, и я считаю, что я могу этим гордиться. Начав с того, что хочу разобраться, а как делать здание, я потом решил изучить из чего, и сейчас изучаю, как их эксплуатировать. Я люблю путешествовать. Мне интересно проводить время со своими друзьями и коллегами в каких-то не просто светских беседах, а обсуждая что-то действительно важное и интересное. И очень приятно видеть, когда что-то из наших идей осуществляется. Итак, друзья, может быть, вы помните, лет 10 назад из всех динамиков, как мантра, звучало одно только слово – нанотехнологии. Меня, как и многих из вас, тогда это вводило в ступор, потому что об этом говорили как о какой-то панацее, которая способна решить все наши проблемы, о какой-то магии. Уже на старших курсах университета я решил поподробнее изучить этот вопрос. И вы знаете что? Это действительно магия. И что оказалось, что круче. Каждый из вас может принять участие в ее создании. Но для этого мне понадобится немножко вашей помощи. Итак, подскажите, поднимите руки те, кто хотя бы раз был недоволен качеством той воды, которая у вас идет из-под крана. Ага, вижу очень много рук, почти все. А подскажите, у кого эта вода оставляет желтые или может даже такие неприятные ржавые подтеки на ванны? Поменьше, но все равно есть. Я спешу вас поздравить. Ваша вода богата железом. Но откуда оно там взялось? Ржавые трубы, скажете вы. Да, но это не главное. Как если все дороги ведут в Рим, то и абсолютно все трубы, километры труб, обязательно приведут вас на станцию водоподготовки, на которой из реки или из-под земли добывают нам с вами воду централизованно. Но раз реки становятся год от года все грязнее и грязнее, нам все чаще придется использовать именно подземную воду. А вот там этого железа и много еще чего просто очень и очень много. Давайте посмотрим на примере нашего с вами дома. Если сейчас у нас течет вот такая вот хорошая вкусная водичка,
которую, в принципе, вот она прозрачная, можно даже попить. Но если бы эту воду там не чистили централизованно, то эта самая вода имела бы вот такой ужасный, не знаю, здесь видно или нет, вот такой вот ужасный желто-оранжевый цвет. Ну, пить это точно было бы невозможно. Что же с этим делать? Как получить чистую воду и избавиться от всех этих засорений? И тут начинается первая настоящая магия. А как говорил знаменитый фокусник Амая Кокопян, нужно обязательно дунуть, потому что если не дунуть, чудо не произойдет. Формально там и дуют в промышленных масштабах. Это один из важнейших процессов получения чистой воды. И называется он аэрация. Это когда через воду пропускают обычный воздух. Это с виду похоже на то, как у нас в чайнике кипит вода или в кастрюле. Также пузырьки. Только там пузырьки воздуха, и кислород из него, реагируя с соединениями железа, осаждает его. Все это задерживается на стенках фильтров, и ну, тут прекрасно просто. Он, будучи промышленным отходом, просто выбрасывается в ближайшую реку, либо увозится на свалку. Круто, да? Я думаю, что нет. Нам тогда пришла, казалось бы, простая идея, а давайте превратим отход в доход. И даже не в деньги, а просто во что-то полезное, из чего можно действительно создавать что-то прекрасное, интересное. Мы поняли, что проблемка чуть сложнее, чем нам казалось на первый взгляд, и позвонили своим коллегам-химикам с типичным для нас вопросом. Есть что, ребят? Есть ли какая-то технология, которая способна сотворить еще одно маленькое научное чудо? И они нам посоветовали. Вы удивитесь. Да, дунуть, еще раз дунуть. Но уже не воздухом, а угарным газом или водородом, каким-то восстановителем, прямо в тело этого самого порошка, который мы в сухом виде получаем. В итоге мы можем получить чистое железо, а не оксид, не вот эту вот ржавчину. И из нее уже можно делать много и много чего. Если говорить о нас с вами, что это для нас значит? Вот представьте, вы с просонья идете в душ с утра, открываете кран, и станция водоподготовки начинает фактически майнить железо за вас, добывать. Если мы возьмем кирку и делали бы это по старинке стали, то это было бы гораздо более нелогично, нерационально. А здесь все происходит за нас. Вот так, с помощью науки, мы сделали это достаточно прикольно и интересно. Вы скажете, я, наверное, спятил, да? Давайте посчитаем вместе. За 10 минут в душе каждый из нас тратит примерно 100-120 литров воды. Учитывая средние данные по химическому составу подземных вод в России, вы лично можете этим гордиться, сможете намайнить целых 0,5 грамма железа. Не очень большие цифры, а если это делаете не только вы, а все жильцы многоподъездной девятиэтажки, то это уже грамм 150-200, это примерно вот такое вот количество. А если это город, где-то на полмиллиона населения, это уже килограмм 250. Вы скажете, четверть тонны с целого города — это не так уж и много. Но все-таки частицы-то наноразмерные, их не нужно столько, сколько на сталилитейном заводе. И, кстати, о них. Из таких частиц профессионалы могут на 3D-принтерах делать сложнейшие детали, ремонтировать старые, а не выкидывать и покупать новые, это было бы очень дорого. Делать даже микро- и нанороботов. И, возможно, лечить какие-то заболевания типа рака. Но давайте посмотрим, почему профессионалам будет выгодно именно это. Представьте себе, что человек, который это все печатает на 3D-принтере, это тот же кондитер или повар, который пытается для нас с вами сделать вкусную ватрушку с творогом. Но чтобы получить творог, нам нужно сначала подоить корову, молоко получить, закваску, прочее, прочее. Это все долго. А мы фактически придумали корову, которая сразу дает творог. Интересно? Почему бы и нет? И, возможно, вы смогли заметить, на что это все-таки все похоже, когда мы собираемся вместе, целым домом, и добываем эти самые частицы. Ответ – майнинг криптовалют. Здесь тоже действует принцип, что один в поле не воин. Вы, сами того не зная сейчас, объединяетесь в целые дома, районы, кварталы и города для того, чтобы вместе добывать это самое железо. Разве это не магия? Ну вот, буквально за 5 минут вы все с гордостью можете добавить День шахтера в список своих профессиональных праздников. И напоследок. Вот нам говорят уже долгие годы, нанотехнологии в каждый дом. Да, согласен, но наш ответ будет лучше. Наноматериалы от каждого дома. Вот так сможем построить светлое и интересное будущее. Спасибо. Надо сказать, Лев, я впечатлен вашим докладом. Я хотел бы спросить Сергея Владимировича, а вот скажите, пожалуйста, а вот могут такие ученые, конкретно Лев, претендовать на то, чтобы заинтересовать ваш фонд? Именно такие ученые интересуют ФИОП,
У нас недалеко от Тюмени, в Новосибирске, есть наноцентр. Обратитесь к ним. Может быть, вы сможете сделать совместный проект. Спасибо. Ну вот, значит, уже не зря вы сегодня выступили перед всеми нами. Отлично, совершенно. А скажите, есть ли какие-то другие полезные ископаемые в нашей обычной питьевой воде? То есть вот нанотехнологиями мы можем получить железо. А что-нибудь еще мы можем получить? Какие-то еще другие вещества? В том числе вплоть до золота мы можем все добывать это из подземных вод, потому что наши недра – это действительно наше богатство. Но все-таки самыми распространенными являются железо, алюминий, марганец, магний, если не ошибаюсь, и то, как их правильно извлекать из воды, также в виде наночастиц, мы в дальнейшем еще подумаем. Я прошу вас, уважаемые друзья, ваши вопросы ко Льву. Скажите, пожалуйста, а почему вас заинтересовал именно этот вопрос? В конце второго курса я опаздывал на пару и случайно перепутал аудиторию. Вместо этого я попал в лабораторию кафедры водоснабжения и водоотведения, что было совсем мне не по специальности. И так повелось, остался там надолго. Большое спасибо, Лев. Я хотел бы добавить, что если вы планируете заработать на своей идее, не упустите возможность получить помощь в наноцентрах фонда инфраструктурных и образовательных программ. У них есть инновационные продукты, финансы, видение рынка. Талантливые и умные люди им нужны. Это точно. Ну а сейчас мы хотим открыть маленький секрет. Я хотел бы, чтобы вы все дружно поздравили день рождения у нашего уважаемого Льва. Поздравляем вас, Лев. Спасибо вам большое. И желаю вам удачи в вашем изобретении, в вашей спасибо идее. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Спасибо, друзья. Друзья, я думаю, чтобы наши все мечты сбывались, мы вместе дунем, и обязательно воздух долетит именно сюда. Давайте на счет три. Раз, два, три. Ура! Лев, удачи, спасибо и с днем рождения. Я получил просто невероятный заряд энергии. Я не знал, что меня поздравят в мой день рождения все-таки. Потому что это не было секретом, но я не думал, что это случится так на сцене. Я думаю, что свои четверть века, свои 25 лет я встретил просто на ура. Наша следующая претендентка не занимается нанотехнологиями, не проникает в ДНК, не рассчитывает траектории полетов в другие галактики. Ее интересы лежат в области культуры, еще точнее в области современного искусства. Итак, встречаем Анастасия Куклина, аспирант Института искусства и культуры Томского государственного университета. Всем привет, меня зовут Анастасия Куклина, я не блогер. Я не прыгала с парашютом, не сижу на диетах, у меня нет татуировок. Я культуролог, живу в Томске и работаю с современными сибирскими художниками. А еще у меня есть медиапроект «Художник, ты что?». Также я работаю в Центре современного искусства в Томске. Вместе с коллегами мы делаем выставки, приглашаем зарубежных и российских экспертов, которые рассказывают о современном искусстве томичам. Ну а в будущем мне бы хотелось при помощи современного искусства менять и делать более привлекательным пространство своего города. Всем привет, меня зовут Настя, я учусь в аспирантуре Института искусства и культуры Томского государственного университета и работаю в сибирском филиале Государственного музейно-выставочного центра РосИЗО. И во всех этих ипостасях я пытаюсь ответить на вопрос, а как развивать современное искусство в регионах России?
поскольку развивается оно там не так активно и масштабно, как в столицах. Ну и для того, чтобы изучить эту проблему, я провожу интервью с кураторами, менеджерами, художниками, изучаю европейский опыт и делаю сравнительный анализ. Ну и, конечно, обращаю внимание на конкретные ситуации и примеры. И вы знаете, когда я провожу экскурсии на выставках современных сибирских художников, то иногда мне говорят следующее. Ну, разве это искусство? Я тоже так могу. Или вот топ-фраз. Это что, мусор? Тогда у меня дома под раковиной тоже галерея. Но действительно, современные художники иногда работают с мусором. Это правда. И с другими необычными материалами. Но дело в том, что современное искусство — это постоянный эксперимент. И занимаясь исследовательской деятельностью, я пришла к выводу, что современное искусство — это сложный глобальный феномен, который включает в себя следующее. Первое. Новые направления, в названии которых иногда встречается «изм». Например, модернизм, акционизм, а можно и без измов, но со словом «арт», стрит-арт, паблик-арт. Здесь же разнообразны экспериментальные формы, перформанс, объекты, инсталляции, еще много непонятных слов. Ну и, конечно, не забудем про арт-институции и большие события, которые сегодня решают, какое искусство показывать и почему. Ну, а зачем вообще развивать современное искусство в регионах, спросите вы? Что оно дает, кроме недоумения и непонимания жителям нестоличных городов? Ну, например, обратимся к испанскому городу Бильбао, который находится в самом углу Европы. 15 лет назад там решили построить музей современного искусства имени Гугенхайма. И из грязного, никому неизвестного промышленного города Бильбао превратился в суперзвезду. Многомиллионные инвестиции, приток туристов, развитие культуры. Только вдумайтесь, в 2016 году туризм, и в том числе благодаря деятельности музея, город получил инвестиции на 4 миллиарда евро, даже не долларов. Как вы думаете, нужны ли такие деньги регионам России? И это как раз один из примеров одного из возможных вариантов, которые я исследую. И в своей деятельности, в своей научной работе я выявила три возможные стратегии развития современного искусства за пределами МКАДа. Ну, давайте сравним регионы, или не Москву, вот с этой комнатой. Здесь вроде бы есть все для жизни, но лично мне здесь не хватает современного искусства. Ну вот, а как сделать так, чтобы это искусство здесь появилось? Ну, например, можно обратиться к стратегии самобытности. То есть пригласить местных художников, которые, например, напишут картину. И сейчас вот перед вами традиционный городской пейзаж, акварельная зарисовка томского художника Николая Исаева. И как раз вот этой стратегии придерживается наш Центр современного искусства в Томске. Он делает акцент на особую сибирскость, продвигает местных авторов и весьма скептически относится к глобальному искусству. Ну, а может быть, вам хочется чего-то провокационного? Ну, тогда мы можем обратиться к известному художнику с мировым именем, который, по счастью, живет в Москве. И вот перед вами работа Аристарха Чернышова под названием «Натюрморт на фоне кризиса». И вот эту стратегию я назвала «Стратегия глобального искусства». Ее смысл в том, что мы привозим выставки и проекты в регионы. Так, например, поступили в Екатеринбурге, где раз в два года проходит Уральская индустриальная биеннале современного искусства, которая благоприятно сказывается и на культурной ситуации, и на имидже, и на экономике региона. Ну, а можно пойти совершенно другим путем. И этот путь я назвала «Стратегией кураторского компромисса». Это когда мы с вами хотим, чтобы вот эту комнату облагородили не заморские и не столичные художники, а наши, родные, но с учетом заморских тенденций. Тогда, например, мы можем пригласить международного куратора, который совместно с местными художниками на равных будет делать выставки и проекты на темы, которые актуальны для конкретного города. Итак, у нас с вами есть три стратегии. Это стратегия самобытности, стратегия глобального искусства и стратегия кураторского компромисса. Ну а далее все это можно комбинировать. Что я и буду делать?
в своем новом паблик-арт-проекте «Склады искусства». В нем современное искусство используется как инструмент для сохранения культурного наследия. Как это работает? Берем глобальный формат паблик-арт или искусство, предназначенное для городских пространств. Далее приглашаем своих, ну то есть моих родных томских художников, которые в разных форматах, фотографии, живописи, инсталляции, обдумывают проблему сохранения памятника архитектуры федерального значения «Склады купца Горохова». Ну и напоследок приглашаем заморских и незаморских экспертов, которые помогут в изучении вопроса и привлечению внимания к решению данной проблемы. Итак, в этой комнате мне не хватало современного искусства, как и многим его не хватает в провинции, а особенно молодежи. Но согласитесь, современная культура – это важный элемент качества жизни в регионах, а я ищу модели стратегии улучшения качества жизни через культуру. И мне бы очень хотелось, чтобы мое исследование было максимально полезно для развития современной культуры в нестоличных городах. И чтобы молодежь, охраняя свою идентичность, чувствовала себя частью глобальной культуры. Меня больше всего из того, что вы сказали, заинтересовал, пожалуй, третье направление. Кураторский компромисс. Да, кураторский компромисс. И сразу возник такой вот вопрос. А вот скажите, пожалуйста, я много на эту тему думал. Думал с моей музыкальной точки зрения. А вот как вы считаете, а можно ли было бы что-то в провинциальных городах сделать вот по музыкальной линии? То есть, я имею в виду именно современный. Кто у нас современный? Современный, это понятно, рок и все из него, так сказать, выходящее, да? Это, может быть, сейчас там и хип-хоп, там, и, ну, понимаете. То есть, это именно современная, молодежная, массовая музыка, но рождающаяся именно в провинции. Можно ли применить вашу технологию, как вы считаете? Потому что, по-моему, это очень важный вопрос. Огромное количество провинциальных групп видят для себя единственную возможность пробиться, это приехать в столичный город, или в Москву, или в Питер. Все же зависит от того человека, который является центром притяжения творческих людей и который будет брать на себя эту ответственность развивать эти группы, музыканты. В этом смысле искусству, я имею в виду современному, немного проще, потому что оно развивается в основном через институции, где работают профессионалы, которые как бы заинтересованы в том, чтобы развивать искусство. Кстати сказать, я сидел, когда вас слушал, у меня вопрос, а что вот это за циферки такие? Сейчас вот я вам расскажите, объясню. Пожалуйста. Перед вами такая медиа-инсталляция. Мы видим череп. И череп мы точно дисплей, видим. Дисплей, да, по которому бегут какие-то цифры. На самом деле это котировки цен на нефть за последние 15 лет. И сам череп, это 3D-череп, и напечатан он из продуктов нефтепереработки. И поэтому вот эта критическая работа называется «Натюрморт на фоне кризиса». Хорошо, а теперь посмотрим, заинтересовало ли ваше выступление наших зрителей, нашу аудиторию. Пожалуйста, прошу вас. Здравствуйте. Анастасия, такой вопрос. Не задумывались ли вы не о развитии культуры в регионе, а в плане развития людей для восприятия этой культуры, потому что очень в регионе сложно. Очень хороший вопрос. У нас, знаете, в Томске ежегодно проходит такой праздник ремесла и народного искусства под названием «Праздник топора». И, вы знаете, в этом году его посетило около 185 тысяч человек. Он активно поддерживается администрацией, там очень большое финансирование. В общем, этим все сказано. На выставке современного искусства, конечно, приходит порядок ниже. И как раз-таки образованием должны заниматься вот такие центры современного искусства, в том числе и университеты. И, как правило, вот в нашем центре есть и выставочная программа, и образовательная. Мы привозим различных лекторов со всей России, зарубежных наших партнеров, которые рассказывают о современном искусстве Томича. Спасибо. Анастасия, большое спасибо, желаем вам успехов, а мы ждем нашего следующего участника. Я рассказала о том, чем я занимаюсь.
получила обратную связь от зрителя, что немаловажно, и для меня это очень ценно. Наш следующий участник работает с огнем. Должен вам сказать, это моя любимая стихия. Конечно, он не пожарный, скорее наоборот. Для его исследования нам необходимо, точнее говоря, ему необходимо, чтобы все горело. Чтобы все горело то, что называется синим пламенем. Итак, встречайте, Яков Медведков, кандидат химических наук, старший научный сотрудник лаборатории физика и химия горения Самарского университета. Привет, меня зовут Яков, я из Самары. Родился и вырос я в Тольятти, потом переехал в Самару, получил там образование. Так химия меня увлекла, что сразу после того, как я окончил университет, я поступил в аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию по неорганической химии. После чего сменил область своих научных исследований и начал заниматься физической химией и горением. Потом уехал на стажировку на год на Гавайи, но не серфить, а заниматься, собственно, научными исследованиями и изучать горение. У меня есть собака, это Бигль, его зовут Расти. Расти. Дай лапу телеканалу «Культура», дай лапу. Давай, давай. И это, да, и другую. В принципе, я люблю всех собак, без исключения. Если вам надо посидеть с собакой, вы можете обращаться, никаких проблем. Друзья, привет! Меня зовут Яков, и у меня для вас заявление. Россия жжет. Россия, она не может не жечь, это понятно. Но также не может не жечь и весь другой мир, потому что экономики всех стран движутся вперед все еще на двигателях внутреннего сгорания. И за счет того, что внутри этих двигателей что-то досгорает, какое-нибудь углеводородное топливо. Ну, конечно, появляются разные альтернативные источники энергии, но они пока что так и остаются альтернативными. И тут мы встречаем другую проблему. К сожалению, весь мир пока еще жжет плохо. Мы жжем так, что образуется много разных вредных веществ, в том числе канцерогенов. И все это дошло до того, что вот в том воздухе, который мы сейчас с вами вдыхаем, есть канцерогены. Ну, это понятно. Но при этом 50% этих канцерогенов, они образовались в результате процессов горения. И с этим надо что-то делать. Давайте разберемся, как ученые изучают этот процесс, как они проникают внутрь пламени, как они моделируют это. И начнем с того, что такое горение. Горение, когда много разных молекул. Это молекулы топлива, это молекулы кислорода, молекулы какой-то фигни, которые вам там подмешали на бензоколонке. Все они сталкиваются между собой. Между ними происходит химическая реакция, выделяется куча энергии. Но это все, скажем так, слова. Давайте прочувствуем этот процесс, чтобы понять, в каких условиях приходится работать химиком в нечеловеческих условиях. Поэтому с меня шарики и ударения, а вы дайте шуму. Ладно, останавливаем эту дискотеку. Продолжаем. Как вы видите, это сложный, очень хаотичный процесс. Наши молекулы сталкиваются между собой. Только еще в горении молекулы реагируют между собой. То есть это все равно, что если бы эти шарики при каждом ударении меняли свой цвет. И вот попробуй опиши этот процесс, как-то изучи его, а потом еще и управляем для того, чтобы побольше была энергоэффективность, чтобы у нас поменьше было черных шариков, то есть канцерогенов. Как это делать? На самом деле, это очень простая задача. Точнее, на самом деле, не очень, и не то чтобы простая, но можно разобраться. Для начала нам надо с вами разбить эту большую задачу на много маленьких. То есть изучить каждое столкновение внутри камеры сгорания. Мы с вами берем два шарика, красный, тут он оранжевый, и зеленый, сталкиваем их и смотрим, в какие цвета они перейдут, какая пройдет реакция, какие новые молекулы из них получатся.
Потом берем вторую реакцию и смотрим. Опять, что получается? Смотрим, допустим, там, черный шарик образуется, канцероген или сажа или еще что-то. Берем там третью реакцию, сталкиваем тоже шарики между собой. И так, шаг за шагом, перебираем все возможные реакции, которые у нас идут внутри горения. Их на самом деле не три, их, понятное дело, очень много. Это напоминает игру в шахматы. Сначала вы делаете один ход, у вас как-то меняется система, образуются новые шарики. Опять надо посмотреть, как они теперь взаимодействуют. И вы набираете эти законы, по которым у вас существует ваше горение. Какие скорости у этих процессов? Затем мы берем наш какой-нибудь двигатель, рисуем его на компьютере, помещаем все это в какой-нибудь суперкомпьютер и помещаем туда также наше топливо. Точнее, шарики. В компьютере создаем модель. Мы знаем концентрации шариков, да, но мы знаем состав топлива, мы знаем состав воздуха, мы знаем, что там есть кислород. У нас есть законы, по которым будет меняться это топливо, да, по которым будет эволюционировать. И заставляем нашу ЭВМ начать просто сталкивать эти молекулы между собой. И смотрим, что у нас получается на выходе. Потому что, ну, система знает, мы столкнули два шарика, поменяли цвет, они дальше полетели, мы столкнули и смотрим, что на выходе. Смотрим, ну, в какой-нибудь старый двигатель засунули, промоделировали. Ну, полный швах, все черное. Надо что-то делать. Ну, мы имеем какую-то верифицированную модель, берем и начинаем с ней просто играться. Что значит играться? Меняем какие-то начальные условия. Может быть, как-то меняем архитектуру двигателя. А может быть, понимаем, что если заставить систему образовывать больше синих шариков или просто их заранее туда добавить, какие-нибудь присадки, какие-нибудь активизаторы, они будут уничтожать наши черные шарики, которые образуются в процессе горения, или препятствовать тем каким-то начальным, инициирующим реакциям, которые потом приведут к этому. И вы скажете мне, ну все же просто. Где наши машины, которые пахнут как ромашками? Почему они не ездят? То, что вы рисуете, ну это прекрасно, это же обычные химические реакции, да? Вы там у себя в химии 2000 лет просите деньги на изучение этих химических реакций, спускаете их, видимо, на халаты с реактивами, а решить такую простую задачу не можете, да? Но дело в чем? Дело в том, что, ну, та химия, которую мы с вами знаем, которая изучалась, которая очень долгое время, это химия легкого погожего денька. Это химия атмосферного давления в основном, это химия комнатной температуры. Ну, там в Индии это может быть немного другая химия, но тоже все той же комнатной, другой немного температуры. И мы не можем взять эти законы, эти понимания этих реакций, понимания этой химии, и взять ее с собой внутрь двигателя. Внутри двигателя у нас, ну, практически ад. Да? У нас высокие температуры, высокие давления. Все совершенно по-другому. И приходится заново учить химию просто. Приходится, ну, практически. Сначала как-то на компьютере моделировать эти реакции, потом как-то их подтверждать. Но химики, я вас обнадежу, они постепенно справляются с этой задачей. Наши машины, они становятся все более экологичнее, и экологичнее, и экологичнее, и экологичнее. Поэтому, друзья, ничего не бойтесь и продолжайте жечь. Спасибо. Уважаемый Яков, я когда слушал ваше выступление, мне показалось, что у нашего профессионального химика Сергея Владимировича точно какой-то возник вопрос, должен был возникнуть. Да, пожалуйста. Как химик химика спрашиваю, а можно, скажем так, не жечь? Хороший, видимо, вопрос. Задумался Яков. Ну, жечь очень хочется, во-первых. Можно, но очень хочется жечь, так я понимаю. Нет, но есть какая-то. Да, у нас есть альтернативные источники энергии, перспективные, но и в будущем, я надеюсь, в скором, у нас, может быть, появятся какие-то еще новые, и мы, ну, сможем не жечь. Но проблема в том, что вот конкретно сейчас, сегодня, мы не можем этого не делать. И конкретно сейчас
каждый раз, когда вы включаете двигатель, начинает образовываться куча канцерогенов. При этом эти канцерогены не просто вот они вылетели, мы там вдохнули, они исчезли, они где-то осели. Они же, понимаете, они же выжили внутри двигателя. Значит, они будут накапливаться в нашей атмосфере, в нашей природе. И с этим надо что-то делать прямо сейчас. Ну вот у меня, соответственно, вопрос, связанный с вашим вопросом. Вот как вы нам объяснили, и как я это понял, это немножечко похоже на то, что вы стараетесь упорядочить некий хаотический процесс. То есть все равно это вот мне все, ну вот эти четыре ряда, они мне напоминают немножечко теорию управляемого хаоса. Это хаотичное движение и молекулы. В чем конкретно состоит ваше изобретение? Мы пытаемся создать модель горения. То есть взять, ну, конечно, множество всяких реакций протекает в процессе горения. Какие-то важные, какие-то неважные. И мы должны в нашу модель взять важные, которые адекватно будут описывать нашу систему. Как только мы ее создадим, вот это уже достижение, поскольку после... Пока вы ее не создали. Мы ее создали и каждый день улучшаем. Но уверен, что у вас в зрительном зале есть тоже вопросы к Якову. Пожалуйста, молодой человек. Вот сейчас стали появляться автомобили с электродвигателями. То есть это уже не внутреннего сгорания, как бы без выхлопных газов и труб. То есть, ну, как я думаю, это решит проблему как раз-таки, если нет выхлопа, то есть сгорания, то, соответственно, как бы нет и канцерогенов. Ну, смотрите, да, такие машины есть. Ну, во-первых, нам надо понять, откуда взялась электрическая энергия, которой мы зарядили наш электромобиль. Она совсем не обязательно взялась с атомной электростанции или с гидроэлектростанции. Возможно, это наиболее вероятно, она взялась с тепловой электростанции, где осуществлялись те же самые процессы горения в промышленном масштабе. Плюс у нас, может быть, произойдет революция, и у нас начнут много везде появляться электромобили, но ведь не только они отравляют. У нас есть теплоэлектростанции, у нас есть самолеты, у нас много самолетов, они летают. И... Слава Богу, можно одно сказать. Мы хотели бы сказать вам большое спасибо, сделать ваш вот этот жест. Спасибо. Спасибо. И удачи вам, конечно, желаем. Возвращайтесь, пожалуйста, к нам через несколько минут с остальными участниками нашего сегодняшнего научного стендапа. Мои ожидания на самом деле были немного занижены, как казалось. Здесь все гораздо круче, гораздо веселее, гораздо более драйвовее. Мне все очень понравилось. Ну а я хотел бы поблагодарить Ассоциацию Science Slam Россия за помощь в организации съемок. Теперь, когда выступили все на сегодня молодые ученые, настало время оценить их выступление. Прошу наших участников выйти на сцену. Напоминаю вам, Лев Максимов, майнинг наножелеза. Анастасия Куклина, стратегия продвижения современного искусства. И, наконец, Яков Медведков, повелитель огня. Мы начинаем наше голосование. Напомню, каждому участнику, зрители, то бишь вы, уважаемые друзья, можете поставить от 1 до 10 баллов. Ну что же, уважаемые друзья, сейчас мы уже можем назвать имя победителя в нашей сегодняшней тройке. Попросим сделать это нашего эксперта. Сергей Владимирович, прошу вас. Профессор Сергей Калюжный. Спасибо. Сергей Владимирович, как проголосовали зрители в зале и кого назовете победителем вы? По мнению зрителей в зале, победителем сегодняшнего тура является Лев Максимов. Лев Максимов! Ура! Нано-железо победило!
А теперь специальный приз. Это книга Вацлава Смила «Создание современного мира». Я хочу сказать, что в этом туре у меня была очень трудная задача, потому что все ребята были очень хороши. Яков сжег. Сжег, конкретно сжег. Лев майнил. Но с точки зрения создания современного мира очень важно также развивать современное искусство. Поэтому мой приз Анастасии. Спасибо. Поздравляем, Анастасия. Поздравляю вас. Большое спасибо всем участникам. Большое спасибо, Сергей Владимирович. На этом наша программа завершена. С вами был Александр Ф. Скляр. Увидимся с вами через неделю в программе «Научный стендап». Еще больше науки, еще меньше непонимания. До встречи, не пропустите.